Радовать глаз рязанцев городским фонтаном рановато. На очереди пока только техническое обслуживание. Сбор мусора и пыли с чаши, мойка площадки, установка форсунок и двигателей – второй этап. Только после этого все фонтаны наполнят водой для проверки. Стартовали коммунальные службы из гейзеров у городского цирка. Далее по списку – водные каскады на Соборной, Ленина и Площади Победы. Отдельно и с помпой откроют фонтан на Московском. Правда, немного попозже. Ну, обычно каждый год мы их открываем к 1 мая. То есть фонтаны должны, по идее, как бы работать. Но так как погода сейчас она колеблется, то минус, то плюс, может дата сместиться чуть попозже. На каждой чаше своя тройка рабочих. Для силовой промывки хватает одного бака машины, это если солнце. Правда, дождь уборке не сильно-то и помогает. Грязь нужно убирать вручную. Трудоемко, конечно, зато качественно. Темп, учитывая погоду, невысок. Впрочем, к 9 мая коммунальщики обещают запустить все фонтаны без исключения. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».